Художник и модельер Агния Шангина родилась и выросла недалеко от Котласа в старинном селе Черевково. Любовь к своей малой родине отразилась в творчестве северянки. Стежок за стежком при помощи традиционных техник в руках мастерицы рождаются новые сюжетные картины, предметы одежды и целые художественные произведения с глубочайшим смыслом. Использовав техники печать, аппликации, она таким образом сохранила в своих работах именно тот дух северных наших домов, деревянного зодчества, именно в том видении, в котором она его представляет. Узорчатое платье на манекене – тоже работа северной мастерицы. Выкройка и вышивка из тысячи разноцветных стежков. Все это занимает у Агнии почти целый месяц. Свои платья девушка чаще всего выполняет на заказ, отправляет по России и далеко за ее пределы. Желающих приобрести наряд ручной работы в единственном экземпляре хватает. Не смущает даже цена – от 20 до 30 тысяч рублей. Платье декорировано вышивкой, как Агния сама называет, это допотопный шов. На самом деле это наш обычный стежок, который использовали для пошива одежды и декорирования. Но одну коллекцию из 6 нарядов Агния Шангина все-таки предпочла не продавать и оставить себе. Ведь эти чудесные образы принесли девушке одну из самых блестящих побед на престижном конкурсе северных мастеров. В 2018 году Агния Шангина создала коллекцию по мотивам нашей северной росписи. Поехала в город Ярослав на конкурс «Костюм на рубеже эпох». И показав на моделях Николая Терюхина свою коллекцию, она заняла первое место. Среди работ Агнии есть и текстильные картины. Для их создания автор использует обрезки ткани с этническим орнаментом, старинных платков, которые уже имеют свою историю и наполнены теплом прошлого. Обращаясь к творчеству нашей северной поэтессы Ольги Фокиной, Агния создает такие уникальные работы на тему Евангелия. И в преддверии праздника Благовещения мы приглашаем вас в Центр народного творчества посетить выставку и познакомиться ближе с ее работами. Выставка Агнии Шангиной «Праздник мой» будет работать в ЦНТ до 6 мая. Часы работы выставочного зала со вторника по пятницу с 10 до 17 часов, в субботу с 10 до 16. Бесплатно посетить выставку могут обладатели Пушкинской карты. Запись на экскурсии по телефону на экране.